у собак, потому что и у совы, потому что собаки раньше были волками, а волки они охотятся на разных животных. У совы. Почему совы? Потому что она дикая. Я думаю, что у собаки и у волка, потому что собаки раньше были волками, и они дикие были. Кошки, там, собаки. Зачем у остров? Ну вот, они потому что охотятся, вот, например, собака просто, а кошка, она за мышами охотится. Я считаю, у совы собаки и кошки. Потому что они все хищники, сова охотится на мышей и так далее, кошка тоже, а вот собака на разных, более покрупнее, такса, например, на хомяков. У травоядных, потому что хищники могут тихо подкрасться, а травоядные могут убежать. Я думаю, у хищников, потому что они хищники, им нужно добавлять еду. У китов, у них гидролокатор, но они же как-то сушат. Сделать ему какую-то приятную вещь, подарить подарок или станцевать ему танец. Ну, сделать что-то хорошее. Сделать для него что-то хорошее, что-то ему подарить, развеселить его. Что-то подарить, что-то там, спеть песню. Надо ему сделать какой-то сюрприз. Допустим, если вот его день рождения, а все забыли, потом самую ночь вспомнили. Надо устроить так, чтобы все-таки день рождения было. Поэтому можно устроить его завтра, день рождения, сюрприз. Можно устроить ему день рождения или отвезти его куда-то. Можно его развеселить, сказать ему какую-то шутку, подарить ему подарок. Ну, можно сделать какое-то доброе дело, и он развеселится. Ну, можно рассказать ему стих или подарок подарить там. Рассказать шутку. Если она не смешная, подарить подарок.